Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и сегодня я расскажу вам о том, как собрать хвост ленты, стяжки, когда вы закрепили груз, но у вас осталось еще какое-то количество ленты. Для того, чтобы это все не болталось и не попало под колеса или в какие-то другие детали автомобиля, если вы перевозите, закрепляете груз где-то на прицепе, допустим. Вот. Ну, специально я оставил такой побольше, чтобы вы могли видеть наглядно, как это все происходит. Итак, первый способ. Все очень просто. Берете ленту и каким-то вот образом ее сворачиваете ровненько, аккуратненько. Итак, можете сюда ее заправить. Обязательно фиксируйте все. Спокойно висит. Второй способ. Все примерно то же самое. Скручиваем стяжку, но не такими большими зигзагами, а ну, где-то вот, вот так вот можно. Вот так она проще скручивается. Стянули, прислонили к вашей ленте. Вытащили немножко. Много не надо. Далее продеваем ее сюда. И никуда ваш не денется. Вынимается все просто. Развязали и все. Ну, третий способ так же, как и второй, делается. Сначала вы скручиваете веревку, стяжку.
В этом случае тоже все спокойно подтягивается и веревка не болтается. Вот такие вот нехитрые способы крепления стяжки, чтобы они не болтались. Кстати, у меня есть еще пару лайфхаков, которые касаются данной стяжки. Обязательно расскажу в следующем видео. Подписывайтесь, не забывайте. Ну и с вас лайк и подписка. Ну а пока. Спасибо, что смотрите.